Здравствуйте, дорогие! С вами Елена. Я сейчас сделаю небольшой расклад на прекрасных, замечательных картах Ленорман языческий оракул. На такие вопросы. Что ожидает в ближайшее время в отношениях любовных, любви? Что же нас ожидает? Луна. Карта Луна. Женская такая карта, прекрасная. Ожидает что-то по судьбе, возможно, у кого нет любимого человека. В ближайшее время будет такой человек, который вам будет дан по судьбе. Женщины, возьмите себя в руки, кто расстроенный, потерянный, кто уже не верит в светлое будущее. Возьмите себя в руки, ваша судьба идет к вам. А что нас ожидает в ближайшее время в плане работы? Карта собак. Лучшая карта. Прекрасная, замечательная карта. Это говорит о том, что либо у вас есть какой-то, у многих есть бизнес с друзьями, что ваши партнеры будут вам верить. Вы будете доверять полностью своим партнерам по работе. Что у вас на работе будет дружно, прекрасно все идти, спокойно в вашем коллективе, в вашем офисе или на предприятии. Очень прекрасно. А что в ближайшее время нас ожидает с денежками? Это карта дом. Будут деньги для дома. В доме будет все прекрасно. В доме будут деньги. Ну, некоторых, конечно, и приобретают в ближайшее время приобретение именно денежек. Денежек и дома. Ремонт в доме. Какая-то бытовая техника, может быть, мебель. Очень прекрасно. А что в ближайшее время ожидает в плане хобби, саморазвития, самопознания, что нужно, что будет? Это карта звезды, прекрасная карта звезды. Много нужно, много-много узнавать себя, раскрывать все свои какие-то вот секреты, что вы не знали раньше о себе, хотели бы узнать. Много черпать информации извне, в соцсетях, узнавать для себя, открывать себя. И все будет у вас прекрасно и замечательно. А теперь посмотрим, что же в ближайшее время у нас будет со здоровьем. Со здоровьем. Карта женщина. Это расклад, конечно же, больше для женщин. Женщина будет очень сильна, крепка. И со здоровьем у нее будет все прекрасно и замечательно, женственно. Очень я рада. И какой будет у нас итог? Что касается и отношений, и работы, и денег, и саморазвития, и здоровья. Это карта ключ. Очень замечательно. Нужно действовать. Действовать, и по судьбе будет человек. Нужно действовать, и по работе все будет хорошо. Нужно делать все для дома. Именно действовать, саморазвиваться. И не сидеть на месте, а постоянно быть в движении. И будете вы и здоровы, и счастливы. И богаты. Я желаю вам самого лучшего, самого всего доброго. С вами была Елена. До свидания.